Здравствуйте, друзья! Этот выпуск 3D News Daily целиком посвящен вчерашней пресс-конференции Google. В ближайшие несколько минут вы узнаете о самых интересных анонсах, сделанных корпорацией из Mountain View. Выдержать интригу вокруг центральной темы мероприятия, как вы уже знаете, не удалось. За месяц до презентации слухи стали просачиваться один за другим. А накануне события британский мобильный оператор просто взял и слил характеристики и фото новых смартфонов Google Pixel и Pixel XL. Главное различие между ними заключается в диагонали AMOLED-экрана. Pixel получил 5-дюймовую матрицу с разрешением Full HD. У версии с приставкой XL она больше на полдюйма и имеет разрешение Quad HD. Оба устройства произведены HTC, но с помощью крупной буквы G на задней панели Google акцентирует внимание на собственном бренде. В основе обоих новинок лежит чип Qualcomm Snapdragon 821, 4 гигабайта оперативной памяти и специализированная версия Android. Само собой, она будет оперативно обновляться. Также пиксели станут первыми смартфонами с новым голосовым помощником Google Assistant, построенным на базе обучающегося искусственного интеллекта. Цены начинаются от $649. За эти деньги можно приобрести 5-дюймовый Pixel с 32 гигабайтами памяти. Чтобы заполучить топовую XL-версию с носителем на 128 гигабайт, придется выложить $869. В Штатах, Канаде и Австралии уже открылись предзаказы, а других странах на презентации не сказали. Все варианты Pixel оснащаются камерой с матрицей разрешением 12,3 мегапикселя и объективом со светосилой 2.0. Оптической стабилизации фото нет, но есть электронная стабилизация видео с задействованием гироскопа. Как утверждает корпорация, это самая быстрая мобильная камера в мире. В связи с этим владельцам новинок наверняка пригодится другая их фишка – безлимитное облачное хранилище для фотографий и роликов. Еще операционная система пикселей поддерживает VR-платформу Daydream, которую, напомним, компания анонсировала в мае. А сейчас была показана сама гарнитура. Она поступит в продажу в следующем месяце по цене $79 и будет поставляться в комплекте с контроллером движения, таким точным, что, по словам Google, им можно рисовать. Daydream — это одновременно коммерческое устройство и референсный дизайн, на базе которого другие производители могут создавать собственные гарнитуры. В основном она состоит из пены и ткани. Из пластика изготовлена только панель на петлях, в которую устанавливается смартфон. Пока Daydream поддерживается только пикселями, но подвижные петли позволяют использовать гарнитуру с аппаратами различных размеров. После этого Google представила Chromecast Ultra. Новая версия популярного брелока для стриминга получила поддержку 4К. Пока можно транслировать такой контент из YouTube, Netflix и Vudu, а в ноябре список пополнится сервисом Google Play Movies. Также шайба получила поддержку HDR по стандартам Dolby Vision и HDR10. Новинка загружает ролики почти в два раза быстрее предшественника, а если у вас слабый Wi-Fi, то Chromecast Ultra можно подключить по проводу. Но и стоит новинка в два раза дороже предшественника – $69. Chromecast Ultra поступит в продажу в ноябре в США и 16 других странах. Еще корпорация анонсировала роутер, названный просто Google Wi-Fi. Можно купить один за $129, а можно приобрести комплект из трех за $299 и расставить их по дому. Маршрутизация трафика, работа с каналами и все остальное происходит автоматически, но при необходимости все это настраивается с помощью мобильного приложения или в браузере. Google Wi-Fi поддерживает спецификации Bluetooth Smart, беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также выделяется весьма симпатичным дизайном. Предзаказы начнутся в ноябре, а к первым покупателям белоснежные роутеры попадут в декабре. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья!